Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 29 ноября. Ну что, сегодня в центре обстановка вроде бы как неплохая. Вроде бы как свет есть. Вот, светофоры везде работают. Кто смотрел мои последние видео из центра, тут была просто жесть, была полностью тьма. Я не помню, по-моему, это четверг был, как раз после того, как нас обстреляли. И везде по всей Украине пропал свет. Вот, но сегодня вроде бы как со светом в центре все в порядке. Вот, ну и в принципе в других районах тоже свет есть. У меня был свет, дали где-то в районе 3 часов ночи. Вот, отключили под утро, как обычно, где-то в районе 8 часов утра. Так что, в принципе, подстроиться можно. То есть, чтобы там все свои делишки поделать, для которых нужна электроэнергия. Уже, знаете, своего рода приспосабливаемся. Вот, конечно, если его долгое время не будет там, ну, по личным ощущениям, скажу так, до 3 суток это еще терпимо. А вот уже дальше, я не знаю, как будет, как будут обстоять дела. Ладно, всем хорошего дня, мирного неба. До встречи в новых видео, всем пока.